В зале попечительского совета Казанского федерального университета состоялась программа повышения квалификации. Она предполагает учебные и практические занятия по актуальным темам государственного управления, управления персоналом, профессионального развития, экономической деятельности, предоставления государственных услуг и подготовки управленческих кадров. И сегодня действительно университет это продолжает. Если говорить в целом о повышении квалификации, то университет сегодня входит в пятерку вузов, которые осуществляют программу повышения квалификации. Более 25 тысяч работников из реального сектора экономики, из сфер государственного управления. Во время торжественного открытия программы ее участников приветствовали проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев, генеральный консул Республики Казахстан Ерлан Искаков, руководитель департамента государственной службы и кадров при РАИСе Республики Татарстан Александр Белов. Татарстан и Казахстан – это два братских народа, мы об этом постоянно говорим. И вот, надеюсь, вот это обучение, оно тоже внесет свою лепту в укрепление нашего межгосударственных отношений. Исторически так сложилось, что Казахстан давно уже присутствует здесь, и здесь даже вывеска есть нашему славному Жангирхану. И то, что вот такая традиция продолжается, это говорит о качестве обучения. И это говорят и цифры. Генеральный консул Республики Казахстан сообщил, что в России учатся 69 тысяч студентов из Казахстана, в том числе в Приволжском федеральном округе 5 тысяч. Из них в Республике Татарстан более 1000. Генконсул пожелал участникам программы не только получить знания, но и познакомиться с культурой республики. Амир Ахтямов, Фарид Захидоглы, Универньюз.